хотел бы показать новую ведьмачку. Я в прошлой лиге вот играл, да, я даже не думал, что буду играть на оккультистке. И вот так вот оказалось, что ее сильно бафнули. Бафнули, точнее, холод, а оккультистке дали вознесение, возвышение пассивки на холод. Просто хотел бы показать. Вот у меня Cold Snap 4 линк. Ну, по сути, все, кто сейчас играют оккультистка, они играют через холод. То есть это реально потрясающий урон. Итак, четвертый. Ну, просто ваншотаются белые мобы. Пругой тоже. Вот сейчас покажу. Вот, пруга ваншотает сразу. Вот у нас караван. Мобы очень сложные, сразу скажу. А, все, караван ушел, заебись вообще. Мобы в Лиге Битрейл. Ну, это Лига Битрейл, очевидно. Очень сложные мобы, вот эти новые. Так, не буду открывать, сейчас покажу на боссе. На Дедре, или кто там. Малигара. Сейчас покажу. Вал, Cold Snap. Видите, я даже босса замораживаю. То есть, я в принципе не удивлен, что так много сейчас этим играет. Реально холод. Это очень сильно. Я еще планирую потом в энергощит респектнуться, потому что по сути, оккультистка надо через энергощит играть, то есть это наиболее эффективно, потому что у него много этих пассивок на энергощит. Вот такая прокачка. Добавили на дерево очень много нодов на холод. Вы обернуться не успели, а я уже с пятилинком. Я забыл сказать, мне пятилинк выпал. Он выпал обычного качества, но я на него закинул сущность. На хпшку. Вот, пожалуйста, пятилинк. В принципе, стандартные камни. На боссе используется вал Cold Snap. Почему? Потому что, чтобы заряды ярости получать. Потому что на боссе-то убивать, считай, некого. На соло цели. Также пурга используется. Ну вот, я использую. Огромный урон просто. Просто огромный урон. Я даже не буду использовать вал Cold Snap. Я просто буду поругой убивать. Просто буду убивать поругой. Видите, просто поругой. Вот. Cold Snap, он кдешится долго. Чтобы... Через КД, да, чтобы быстрее КДшиться, то надо заряды ярости тратить. Чтобы их получать на боссе, надо юзать вал Cold Snap. Ну, то есть, изи, я даже не юзал вал Cold Snap, я просто пургой сейчас убил. У меня как бы с пурги миллион урона. Мне даже не надо вал Cold Snap, то есть я и так убью спокойно. Ну ладно, проюзаю, так и быть. Ну и плюс фрост-бомба еще используется для снижения резистов. Ну, урон огромный, обидно будет трипаться. Персонаж очень сильный. Плюс пятилинк выпал, повезло. Да, повезло с пятилинком. Тава убит. Вот, кстати, мой синдикат. Я нашел сейфхаус вагона. То есть это получается... Это капитан. Капитан вот этого синдиката. Так. Надо будет сбегать. Плюс в новой лиге, в этом обновлении 3.5 ввели новую систему убежищ. Подходишь к Хелене и... Оп. Полный список убежищ.
Реально это офигенно. Я вот сейчас увидел, я прям порадовался на самом деле. У меня не открыто 4 убежища, то есть это получается... Мне надо зачистить определенную локацию, чтобы открыть убежище или что-то такое, я точно не знаю. Но мне пофиг, то есть тут есть старые убежища, новые. Я не хочу каждое посещать, мне впадлу. Но мне приглянулось вот это вот убежище. Нажимаем кнопку swap. У меня до этого было убежище какого-то мастера. Я не помню какого. Вагона, кажется. По-английски вагон, я не знаю, как по-русски. Слушайте, ну такое достаточно комфортное, мне кажется, убежище, да? Оно открывается в 8-м акте, если я не ошибаюсь. Слушай, мне нравится. Мне нравится. Плюс, получается, я обставлю это убежище, и мне его не придется потом заново обставлять в Next League, да? То есть это навсегда будет, пока я его сам не изменю. Это та же у меня ведьмачка. 26к урона в секунду. Неплохо, да? О, видите, я могу из убежки теперь в сейфхаус пойти. Но это пока рано. Что у меня по резистам? 46, 64, 41. Сейчас надо делать резисты, потому что я только убил Китаву. Вот только убил Китаву в 10 акте. Бренд Brave New World. Так, ладно. Хелена. Нафига ей? Нахрена я ее позвал? Иди-ка. Вот. Тот. Сюда, например. Джун. Мне нужна заново тут. Значит, это, наверное, самое главное. Вот сюда поближе. Я сюда еще Занну поставлю рядышком. Вейпоинт надо чуть подальше, наверное, вот сюда. Ну, вроде удобно, да, достаточно. Так. Портал пусть, допустим. Портал пусть, допустим, стоит тут. Decorations. Мне это нравится. То есть Хелена и Джун, они как... как хайдаут айтем считаются. Действительно. И ты иди сюда. Так вот тут статуя будет стоять. Типа такой через полтора, через портал прилетаешь. Exiles. Exiles пусть вот тут будут стоять. Ой, не, это не то. Где? Я не могу кое-что найти, кстати. Ого! Пусть челики греются, стоят. Тут инструменты мастеров, видите, есть, но инструменты мастеров, они не нужны, потому что все уже. Мастера рип. Мастеров больше нет. Это как в Dark Souls, я мечи воткну в портал. Как вот эти бонфайры были.
А где у меня диван был, еще что-то? Это типа все? А, не, вот. Вот у меня тут диван будет стоять. И рядом вот эта девочка. Отлично. Нормально, да? Не, мне еще нравится, конечно. Вот эта новая тема с убежкой. Притом мне вот это пространство, ну, по сути, не нужно. То есть, видите, как я очень, так сказать, скромно все юзаю. Тут есть еще одна комната, вот. Ну, мне нравится вот такой минимализм. Мне кажется, так поудобнее, что ли. Сейчас еще Зану позвать. Крафта новые. Нормально. Вот это, конечно, новая тема. Мне очень нравится с убежками.